Привет, друзья! Сегодня у меня будет видео из разряда «Будни водомоторника». Буду в домашних условиях снимать двигатель с лодки. Двигатель тяжеленный. Я уже снял колпак, снял верхнюю защиту, чтобы добраться до крюка вот этого на двигателе, за который его можно подвесить и поднять. Вот. Буду устанавливать вот этот вынос. Он же механический подъемник. Так что, если вам интересно, как снять и поставить двигатель в домашних условиях, смотрите далее. Ну, а я сейчас займусь тем, что мне нужно будет приварить на балку крюк. Не крюк, вернее, а петлю, за которую я смогу зацепить цепь. Снизу поддонкратить двигатель донкратом. Короче, если вам интересно, смотрите, что у меня из этого выйдет. Я снимал аккумуляторы на обслуживание, заряжал, перезаряжал, проверял емкость, чтобы переставить их по-разному, куда мне меньше нужна остаточная емкость, куда больше. Вот у этого 90 была сотка, стал 90-м он. Вот. Буду ставить его для пуска двигателя. Вот. Сейчас поставлю, чтобы двигатель поднять, убрать из него упор и опустить, и подвесить в будущем. Вот такие пироги. Так, я сейчас при помощи донкрата подниму зад лодки, подцеплю двигатель таким образом, чтобы он висел максимально высоко у меня. И когда буду все это дело собирать, я уже смогу тогда регулировать высоту навески хоть как-то за счет поднятия, опускания не двигателя, так как у меня нет подъемника двигателя, двигатель будет висеть на одном месте. Я буду поднимать и опускать кранец лодки. Для того, чтобы опускать-то я его ниже уже не смогу, а чтобы было расстояние для маневра, я его максимально сейчас подниму. Алло. Ага, иду. А вот и подмога приехала. Вот сервис. Вот сервис, да. Опа! Что, там опускается? Да. Вот двигатель висит у нас на цепочке. Троса хватило спокойно. Вот. Сейчас почистим, нанесем герметик и будем ставить. Сначала, наверное, прикрутим сам подъемник, а потом на него уже повесим двигатель. Как-то так будем, короче, действовать. Так, ты там протер, да, уже? Да. Подожди, подожди, пиши. Есть место еще. Я думаю, нормально. Надо пробовать. Это камеру как-то надо опустить. Теперь нам нужно поставить двигатель. Да так, пойдет.
Что, поднимать получается надо? Может сначала на этом, на колесе его выровнять, получится опускаешь, правильно? Ты сейчас колесо поднял, переднее, да? Вот эту часть. Вот тут, в смысле, да, колесо я опускал же, да? Поднимал, да. Подожди. Знаешь, что? Вверх, а сейчас надо опускать. Так. Можно так, да. Давай, знаешь, что у тебя? Где у нас отверстие там? Буквально. Надо. Запараллелось. Да, запараллелось. О, так сейчас дырка и точка попали, блин, у меня. У тебя совпали? Ну, отверстия? Я не знаю, ну, две там. Ой, у меня четко совпало. Ну, я же говорю, только низ надо чуть-чуть будет. Закрутили. Закрутили, все повесили. Будем отцеплять двигатель. В общем, рулевой выгнулся вот так. Как это скажется на управлении, на самом деле непонятно. Здесь он в рундуке тоже вот так выгнулся. Вот. Ну что, будем пробовать. Не знаю, в принципе, загиб меньше 90 градусов здесь. Вот. Давай покручу. Давай, Тём, покрути, попробуй. Сейчас Артём попробует покрутить руля. Легко крутится? Ну, крутится легко. Думаю, не критично. Да. Ну все. Хорош. В общем, вот такие пироги. Тёме большое спасибо за помощь. Дело мастера боится. Дело мастера боится. Можно в домашних условиях без подъемника? Можно. Сложно это. Нужен помощник и толковый. И немного приложить усилий. Вот и все. Все, всем пока, пишите ваши комментарии и чао.